Ну что, как вам первый влог, понравился, нет? Пишите обязательно комментарии под этим влогом. Я вот сейчас сижу уже на протяжении где-то 5 часов, жду, пока первый влог обработается и загрузится на YouTube, чтобы вы его посмотрели. Ребята, обязательно попрошу вас, ну не только ребята, девчонки, обязательно попрошу вас ставить лайки, писать комментарии, общаться. Я на все комментарии абсолютно отвечаю. Поэтому обязательные комментарии приветствуются. Второй влог. Полетели. Так, снова включение. Время 7:26. Тогда я снимал, потом посмотрю, я напишу при монтаже. Сейчас 7:26. Только сейчас завершена обработка в 4К. И мы нажимаем просто ролик опубликовать. Открытый доступ. Опубликовать. Фуф! Все. Опубликовал первый влог. Приятного просмотра, так сказать. Получается, обновляем. Он здесь. Обязательно сразу все на будущее заходим. Ставим лайк. И обязательно пишем сюда какой-нибудь комментарий прикольный. Всем приятного просмотра. Время 10:30. Как говорится, город засыпает, просыпается мафия. Поехал, короче, за девушкой. Она на корпоративе сегодня была, заберу девушку. И сегодня в 12:30, ну точнее уже завтра, завтрашний день, 00:30, прилетает Геворг. Для многих, кто его знает, Геворг, для близких просто камень. Наш камушек сегодня будет в Красноярске. Посмотрим на него, увидите его. Тоже где-то 2 года не видели с последнего влога в Тюмени. Камень там был, поэтому поехали потихонечку. Стоит вот так, и все, он стоит нахуй. Раз в месяц катается. Зачем ему мотоцикл? Хуй пойми. Ну, есть, есть. Главное, что, ну, как бы ставит более-менее еще адекватно. Но все равно, блядь, мотоцикл целое место занимает. Тоже такое себе. Ладно, все, поехали. Вот едем домой. Катя пьяная-пьяная, прям что вообще. Ты обманываешь? Невозможно. Покажи, что у тебя в ногах. В кого? Что? В кого она такая интересная? Покажи, что ты в ногах. Пакет. А еще что стащила? Это мне вообще-то дали. Дали. Стащила с корпоратива бутылку. Это то, что осталось, мне дали. Бутылочку вина стащила прямо с корпоратива конкретно. Ну покажи, что стащила. Ладно, ну молодец, хоть что-то стащила с корпоратива. Не зря сходила, значит. Ладно, сейчас завезу Катю домой. Она будет спать, так как она вообще, как это называется, в какашку. Вот, Андрей, вот в какашку это бываешь ты. Все, все. Я ладно. В какашку не бываю никогда. Ладно, короче, сейчас ее завезу и поедем за камнем забирать его с аэропорта. Представьте, вот сколько денег, посмотрите, сколько машин стоит. В аэропорту, короче, бесплатная парковка. Больше нет пока бесплатной парковки, она типа на ремонте. Все платно, то есть... Вот это все машины стоят, это теперь платно. То есть, прикиньте, да, вот сколько машин, это какая зона, я не знаю, правда, какая это зона. Вот очень много машин. Сейчас посмотрим, кстати. Вот, смотрите, сколько машин слева, здесь сколько, очень много тоже машин. Стоит. И получается, бесплатной парковки больше нету, только платная. И получается, вон, ну, то есть это как бы серьезно, да? Прикиньте, сколько бабок. Вот видно, да? P3, короче, 600 рублей в сутки, P2, 800, P1, 1000 рублей частно. Но P1 это вон там главный вход, чисто пройти. Получается, вот сколько там машин, минимум 600 рублей парковка стоит. То есть, ну прикиньте, какие бабки, а люди не на один день стоят, а минимум 7 дней. Прикинь, да, сколько денег. Отдых сколько стоит, плюс еще ты отдаешь за парковку 5600. А кто помнит, во влоге, вот тут оставил подсказку, можете посмотреть, там сгорел паршак и 200-ик новый. Там они стояли примерно где-то, или да, где-то там стояли, короче, сгорели. Вот тут по ссылке перейдите, можете влог посмотреть.
Мы вообще в шоке были. Свежий паршак и двухсотик. Вот так вот. Подписчики, да? Давай, передай пару слов ребятам сразу. Всем привет, ребята, только прилетел. С Кызыла. Смотрите, какой Красноярск. Ебать, мода у тебя сильно. Ну, мужики там в шоке просто стоят, смотрят. На тебя. На тебя, брат, с камеры. Что, все, пошли, не будем по аэропорту ходить? Массаж не хочешь сделать? Я тебе сделаю. Давай что-нибудь. Камаз. А где? А? Где припарковать? Пошли. Я на VIP-месте. Отпустите. Ну, короче. Не можешь, да, смотреть, когда камера есть? Я могу смотреть, только что говорите. Что, скажи что-нибудь. Амиру передай, он всегда влоги смотрит. Да? Да, что можешь ему сказать? Он говорит, у тебя новое погоняло, краник. Это самый конченый долбоёб. На самом деле. Короче, идем туда, ребята мы. Они, короче, мне этот... Звонят, поехали в Ирбис играть в футбол. Говорит, ты тупой, я говорю, что? Я говорю, в аэропорту сижу. Три раза мне а этот дебил позвонил, кого-то дебил трубку дал, непонятно. Кого-кого? Это прямой из кандидатов. Это Лазаров. Интервью. А, интервью? Да. Может, интервью дадите? Могу про недобрых полицию вашу рассказать. Про полицию недобрую? Да, могу запросто. Не-не, про полицию нам надо. Мы почему? Это, у нас позитивный канал. Может, историю какую-то знаете смешную? А давайте испортим позитив. Давайте. Позитив испортим. Как? Про полицию расскажу. Да не, что полиция? А нам что полиция-то? Вы нам анекдот расскажите там или историю какую-нибудь. Не, анекдот еще не в духе вообще-то рассказывать. А давайте, короче, сейчас сценку снимем такую. Не, без сынок. Ну все, ладно, тогда мы пошли. Удачи вам. И вам. Как зовут? Андрей. Олег. Как? Олег. Приятно. Тоже. Все, ладно, пойдем. А вы можете провалиться этим снимем? Ну давайте, давайте. Что можете рассказать? Да ладно, я бы шутил. Все, я дома приеду, сниму. Снимите, ладно. На первом канале покажем. Все, удачи. Удачи вам. Что за тигр, брат? Что за тигр, брат? Я еще не понял, что он говорит. Пошли там тигр, стой аккуратно. Что за тип, брат? Диспетчер, короче, стоял. Ты эти номер? И что, микрофон еще или что? Да, братан, это микрофон специальный, чтобы звук. Блогер. Надо завтра пойти в этот. В аквапарк. У нас все серьезно, братан, здесь. Блогер. Да? Да. Ну, он будет скатываться. Снимать. Наконец-то, но можно что-то подснять такое. Что рассказать, подписчики? Вы помните его? В Тюмени, вот он. Да все, кто смотрит, в основном это все тебя знают. Можешь им сказать что-нибудь ласку. Да что сказать. Работайте, братья, добивайте успеха, как Андрей Волошин. Спасибо, не спасибо, стойте. Братан, спасибо. На ровном месте. Короче, подходишь сейчас и говоришь таким голосом, другим, типа, участковый обход. Обход? Ну, да, обход. Обход. Долбоёб, что, не знаешь, что такое обход? Нет. Типа обход квартиры. Типа этот, участковый ходит по квартирам, поспрашивают про соседей, что могут рассказать, какие жалобы есть. Скажи, здравствуйте, это участковый под квартиру. A few moments later. Привет. А ты почему дверь открываешь, не спрашиваешь? Потому что я знала. Откуда? Мы тебе говорили, что мы приедем. Не надо. Мы говорили. Я еще в душе была. И чё? Ничего. Нам какая разница, где ты была? Ты почему дверь открываешь просто так, а? Как так дверь можно открыть? Я, говорит, знала, что это вы. Откуда знала? Мы ей 40 минут назад сказали, что мы, может, приедем. И то, может, сказали. А она просто так дверь открывает. А вдруг мы маньяки какие-нибудь вообще просто. Ну так нельзя никогда, не открывайте дверь, пожалуйста. Всегда смотрите в глазок и спрашивайте, кто. Для вашего здоровья же лучше. Чё?
Если бы собака дома была бы, она бы гавкала на тебя, она чувствует говно издалека. Все снимаешь-то, блядь. А чё? Покажи грудь. Блядь, ты чё долбай? Ты чё и... Ты чё и... Бля, охуеть ты хуйню какую-то морозил, блядь. Чё, на кого ждём? Здорово. Здорово, бездельник. Здорово, ты тоже бездельник. Ты чё дома сидишь? Мы по работе двигаемся. На обед прошел, чай попил. А чё, где работаю? На стройке, что ли? А, на стройке, угадал. Ну, вижу, ты... Кто по нации? А, ну видно. А чё, не... работа, нормальная работа, чё тут стрёмного? Чё теперь, если на стройке работаешь, что теперь, нищего уровня, что ли, человек? А кто говорит, что это стрёмно работать? Стрёмно вот так сидеть в машине и голову чесать. А ты думаешь, что у меня бизнеса нет или что? Ну, я вижу по тебе, что нет. Ну и думаю дальше. Мне это что? Да я откуда сам? Будешь обсуждать людей. Я кого обсуждаю? Тебя, что ли? Ну да, ты же говоришь, стройка, а не стройка там. Я спросил, на стройке работаешь и все, а ты уже начал что-то за свое, что-то гонять воздух. Ты что-то гоняешь. Ты если нормальный мужик, нормально общайся. Нормально общайся, да? Если общаться не умеешь, нормально, мне нечем с тобой вести диалог. Да, листай дальше, если не умеешь. Ну все, давай, отдыхай. Строитель, блядь. Че, пообщался с ним? Да он тупой есть. Залечил тебя. Здорово, братишка. Как? Здорово, братуха! Здорово. Сам здорово, здорово. Че, не узнал его, что ли? Блин, нет, так тоже такой. У него миллион подписчиков на канале на Ютубе. Ты что, не знаешь его, что ли? Ты что, а я же не в Ютубе, не в Инстаграме сижу. А где ты, братан? Где ты? В Одноклассниках? Не в Одноклассниках, нигде не сижу. ВКонтакте только сижу для музыки. А, ну у него ВКонтакте тоже? ВКонтакте? С личными личностями не слежу. У него ВКонтакте тоже так поскольку? Я даже понятия не имею, кто ты такой. На самом деле. 50 тысяч подписчиков у него ВКонтакте в группе есть. Ты что, не знаешь, что ли? 50 тысяч? Да ты лох. И нифига ты, у тебя сколько на Ютубе? Залагал. Нахуй ты переключил-то? Ну ты погон, дебил. Залагал. Very good, bro. Ёбана. Я отключился, бля, вот это да, красавчик. США, откуда он сказал? Индонезия. С Индонезии, Сингапура, ну короче, нормальный типок. Офигеть просто на нашем языке. Да, вообще, я тоже удивился. Я тоже удивился, как он на нашем языке прям гимн спел, это вообще серьезно. Вот это прикольная встреча была, реально. Итак, дорогие друзья, мы на данный момент собираемся ехать в аквапарк. На данный момент мы едем покушать шаурму, отведать божественную еду богов и насладиться прекрасным днем. Да что ты, черт побери, такое несешь? Короче, едем шаурму кушать, а потом в Бархат-парк, в аквапарк выезжаем. Полетели. Да. Короче, приехали в Бархат-парк. Где мы делаем? Аквапарк не зайти. Приехали в Бархат-парк. Короче, самое главное, сейчас вы увидите, это просто жесть. Посмотрите, сколько народу в очереди стоит. Просто очередь, километр. Кого? Ну, уже мая, наверное. Друзья, танцуем, танцуем! Короче, зашли мы сюда, народу вообще немерено. Как будете, пацаны, пока есть возможность, лето заканчивается. Так что двигайтесь, ребята, по ровным местам, как мы.
ветер дует, и ты холодный, не знаю, от того, что ты мокрый, ветер дует, капец, как холодно. Будет слышно после воды. Тут получается аквапарк вот здесь, а здесь просто пляж. Короче, можно на пляж пойти отдельно, 300 рублей стоит, либо в аквапарк. Ну, в аквапарке пляж включен тоже, то есть с аквапарка можно пойти на пляж, с пляжа в аквапарк. Ну, то есть пляж отдельно покупается, да, 300 рублей. В аквапарк нельзя идти, а если покупаешь аквапарк, то можно и пляж сразу, да? Все, да. Камень. Как камень? Как оно, братан? Гуляй, вот это прикольно, да, братан? Я ничего не мужиком пошел от ударил. Бля, чё ты ко мне лезешь, а? Гей! Чайка, бля, чё там было? Ребята, отдыхаем, отдыхаем все понемногу, всегда расслабляемся. Это гей, это камень, это гей. Он все время сзади пристает ко мне. Поехали на дачу. Что, братан, как оно? А? Как оно? Сейчас. Переоделся, да? Да. Прямо тут, тут весь народ здесь. А он стоит, трусики тут переодевает. Че, Катюха, куда мы едем сегодня? А ты снимал этого пацана сейчас? Нет. Да блин, надо было его снимать. Сегодня мы будем кушать хинкали. Я тебе говорю, самые бомбовые, сочные, пока Андрюхи нету. Мы ждем его присутствия, чтобы заправиться в хорошей заправке. Чтобы поехать с кайфом. Покушать. Его возлюбленная девица сидит здесь рядом, но ее кавалер кинул ее на пару времени, да? Mm-hmm. Все, ребята, так что вот так мы живем конкретно. Че, как вырубить? На эту кнопку нажать? Mm-hmm.
Не, если честно, я первый раз на Мира, которого гуляет, да? Ты тоже? Просто улицу перекрыли, чтобы вы понимали. Пешеходные сделали по субботе. Субботу и воскресенье, да? Георгу эта идея не понравилась. Почему? Рукам-то домой надо. Как они проедут? Камень. Рил камень, рил. Короче, в общем, покушали мы в Геноцвале. В принципе, было все вкусно. Ну, Гевор, как обычно, ему не понравилось. Что тебе не понравилось? Люди. Кого? Вы оцениваете в этом городе Красноярске, на Геноцвале, проспект Мира 49. Ты говоришь, что тебе не понравилось? А, мне? Да. Как мне не понравилось? Почему? Несочные, короче. Несочные? Ну. Почему они были несочные? Песочные, по моему усмотрению. А у тебя какое усмотрение, братан? По моему усмотрению, должны быть сочными. Сока достаточно было, нормально, но по вкусу не так как-то. Либо по рецепту и так. Рецепт не тот, короче. Да, не тот рецепт и все. Короче, ребята, вы поняли, профессионально. Ребята, это... Можете сами прийти туда, попробовать, покушать. Если понравится, то смело можете туда идти. А так, это просто мое мнение, ребята. А так, хачапури по-аджарски нормально. По душе. Пиво говно там. Грузинская посоветовала девушка. А на самом деле. Короче, вот так, в принципе, не знаю, как Гео, хинкали были нормальные. Да, понятно, что там домашние, которые дядя Марзика пробуем, у Гео отца, они повкуснее будут. Ну, тоже пойдет, как бы, сок есть, все есть. Как бы мне все понравилось. Да, хачапури бомбовое было. Что еще? А, пробовали, забыл, как называются, типа вареники вот эти. Вареники с сыром сулугуни. Ну, они не вареники назывались, как-то вареники что-то. Вареники прям назывались. Нет, нет, Я сейчас забью. Забей, что-то другое было, не вареники. Ну, короче, вареники с творогом, с сыром, очень вкусные тоже были. В принципе, вообще абсолютно все понравилось мне. Короче, перед сном решили заехать в Firefood, шаурму слопать. Дёнер, короче, и этот ишак, как обычно. Смотри, это твой, не твой. Ты как так на кухне это делал? Упал, что я делал? Что я... можешь сказать по этому поводу? Это пиздец, ребята. Ребята, не совершайте ошибки такие. Но у меня не было ошибки, просто не повезло. Шаурма, ё-моё, штаны все испоганил. Думал, в них поеду конкретно отдыхать. Слушай, не получилось, да, слушай? Я не понимаю, да, слушай? Куным пеляна тлавит, ёбана, блядь, ёбана. Сука. Пейте тархун, ребята, и наслаждайтесь этой травяной жизнью. Просто кайфуйте, ребята, ёбана. А сейчас мы идем спать. Короче, едем домой, уже покушали. Конечно. Завтра Геворг уже уезжает. Обидно, конечно, немного. Конечно, скучать будет. Скучать поэтому буду, пацану, да. Да, вещи постирать надо, чтобы говно не воняло. Короче, завтра подснимем еще. Стирать будет вещи. Поедем в аэропорт отвозить его. Подсниму вам. Что еще можно сказать? Ну что, спокойной ночи всем. Да, спокойной ночи, малыши, дети мои. Кайфуйте. Спите спокойно, ребята. Выпейте там
перед сном коньячка 100 грамм или вина, там бокальчик и все, и спать ложите, ребята. Так что давайте, связь, братишка. До сигнала. Ты для громче разговаривать, так тихо базаришь. Заебал. Ты меня почему снимаешь постоянно? Я не понимаю. Тебе что, бля, кто разрешал, бля? Покажи свои права, братан. Кто ты, где ты, это кем ты? Это общественное место, могу хоть как снимать, бля. Да ебал, закрой. Правила учил. Общественное место. Осел ебаный. Камень, это наш камень, все его знают. Давай прощаться. Как будем прощаться? Вот так, бля, давай. Подписчики, давайте, братцы, все, на связи. Андрюха, не теряйся. На свай кидайте. Походи. Все, брат, и кайфуйте. Все. Все, короче, Гео полетел. Давай, братан, хорошо тебе отдохнуть. Давай, брат. Все хорошо было. Прилетай, всегда будем ждать. Да, 4 часа у меня пересадка будет, 20 минут. Давай, наберешь потом, короче. Давай. Наберу как-нибудь.